13 мая прошла видеоконференция губернатора Рязанской области Николая Любимова с руководителями медицинских учреждений региона. Он поблагодарил медиков за работу и рассказал о мерах экономической поддержки. Общие плановые расходы областного бюджета с учетом средств из федерального бюджета составят 1 миллиард 677 миллионов рублей. На что эти деньги идут? На создание дополнительных коек для больных и приобретение медицинского оборудования. Средства индивидуальной защиты для медработников. Потом на создание обсервации, перевод стационарных учреждений социальной защиты в режим самоизоляции. Средства пойдут также на социальную поддержку граждан, оставшихся без работы. На каждого члена семьи будет выплачено по 2000 рублей. Доплаты получат и медработники. Несмотря на трудности с бюджетом, в дополнение к федеральным мерам в Рязанской области в рамках первого и второго пакетов предусмотрены региональные меры поддержки бизнеса. На их реализацию выделено порядка 3 миллиардов 600 миллионов рублей. Это как раз докапитализация региональных фондов поддержки бизнеса, это налоговые льготы, это отсрочки уплаты налогов, предоставление кредитных каникул по микрозаймам. Налоговыми льготами смогут воспользоваться 14 870 предпринимателей. С объемом государственной поддержки на эти цели 632 миллиона рублей. Николай Любимов отметил, что мы понимаем всю ответственность, которая сейчас возложена на органы власти. Все поставленные задачи по поддержке граждан и оживлению экономики.